Ребят, всем привет! Сегодня у нас видеообзорчик. Новый помощник в моей мастерской. Сейчас мы с вами вскроем коробочку, посмотрим, что внутри. Пробежимся по комплектации, соберем. Пробежимся по техническим характеристикам и, как всегда, протестим. Попробуем новое оборудование в работе. Ну а сейчас распаковка. Поехали! Так, все, коробочку распаковали. Как вы видите, это пескоструй фирмы-производителя Афи. Решил занести все в гараж. В гараже буду собирать, так как на улице ветер. Давайте сейчас рассмотрим комплектацию и начнем собирать. Ну а в комплектацию у нас входит сам бак, баллон, обратите внимание, снизу с конусом, а это большой плюс. Этот бак мы будем заправлять абразивом, и в него будет подаваться воздух. Рукав для пескоструя с соплом 2,5 мм и надежным ГОСТовским шлангом. Трехслойным, длина его 2,5 метра. Два колеса с роликовыми подшипниками, крышка. На бак по большей части эстетика. Хомуты, шайбы для крепления колес. Рукоять, инструкция по эксплуатации. Фирмовая наклейка. Вот такой вот отрезок кислородного шланга. Ну и конечно же сборка с осушкой. Воздух в баллон будет поступать сухим. Весь конденсат будет собираться в отстойнике. Ну и дополнительно я решил приобрести три сопла. Они не входят в комплектацию и приобретаются отдельно. Сопло с отверстием. 2 мм, 3 мм и 3,5 мм. Ну а теперь собираем. В принципе, все основное уже собрано. Нам же осталось установить колеса, прикрутить рукоять со сборкой, ну и рукав.
Так, ну все, ребят, пескоструйный аппарат собран и готов к работе. Но прежде чем мы его протестируем, пробежимся по его техническим характеристикам, по его преимуществам. Начнем с того, что пескоструй фирмы AFI имеет форму конуса. Поэтому абразив скатывается по конусным стенкам бака, не зависает и не слеживается. Сама конусовидная воронка позволяет быстро и легко загрузить песок в емкость, не используя дополнительных приспособлений. А остатки абразива можно смахнуть обычной кисточкой. И тут же сразу обратим внимание, как удобно сделана сама крышка и притворный механизм. На крышке имеется уплотнительное кольцо. Засыпали абразив, стряхнули кисточкой, установили крышку, поставили прижимной механизм и затянули. Удобно и надежно. У пескоструя AFI три регулировочных крана и инжекторная форсунка. Открывая краны подачи воздуха, повышается напор в баке. Абразив под давлением поступает в Т-образный тройник с инжекторной форсункой. Воздух, выходящий из форсунки, создает дополнительное разрежение. А воздушный поток захватывает частицы песка и разгоняет их. И как я уже ранее говорил, в пескоструе обязательно присутствует осушитель. Проходя через него, воздух теряет влагу. Он оседает в виде конденсата, вот в этой вот самой колбе. А сухой воздушный поток устремляется в пескоструй. Благодаря этому абразив не намокает и не слипается. Поэтому аппарат работает стабильно и не плюется песком. Максимальное значение манометра установлено на редукторе пескоструя 10 атмосфер, а рекомендованный режим работы этого пескоструя 8 атмосфер. Так что подачу можно регулировать. Также очень удобно, что имеется штуцер подачи воздуха под быструю схватку. Сверху установлен аварийный клапан для сброса воздуха. Сама система пескоструя очень проста. Подключаем вот сюда вот воздух, открываем вот этот вот самый вентиль, и воздух пошел в бак. Абразив, например, у нас там уже имеется. Открываем нижний вентиль, и воздух начинает выдавливать абразив. Но здесь у нас имеется еще один вентиль. Если мы его откроем, то воздух у нас через Т-образный тройник будет додавливать абразив. Поэтому, когда мы будем тестировать пескоструй, мне нужно будет поиграться чуть-чуть вот с этим вот вентилем. Может быть, его надо больше открыть, может чуть-чуть призакрыть. То есть все тут настраивается. Конструкция пистолета очень проста. Нажали на клавишу и пескоструем. Сопла также меняются очень легко. Достаточно открутить вот эту вот самую гайку. Открутили. Вытащили сопло, поменяли на другой, например, с другим диаметром отверстия. И работаем. Все очень легко и просто. Сама емкость усиленная. Толщина стенки до 6 мм. Ребят, на сайте, где я приобретал свой пескоструй, там несколько вариантов с разными объемами бака. На 20 литров, на 25 литров, на 30 литров и на 35. Я себе решил взять на 35 литров. Вес моего пескоструя по паспорту 23 килограмма 300 грамм. По габаритам он небольшой, по расходу воздуха от 170 литров в минуту до 708 литров в минуту. По абразиву, который можно засыпать в этот пескоструй, в принципе ограничений нету. Хоть кварцевый песок, хоть речной. Я, наверное, буду пользоваться речным. Это самый дешевый вариант. Только надо мне обзавестись различными сито, чтобы можно было сеять песок на разные фракции. Поменьше, покрупнее. Я сам живу на Урале, так что с песком у меня не будет проблем. Ребят, прежде чем приобрести пескоструй, этот пескоструй, я посмотрел много других пескоструев, но остановился именно на AFI. Почему? Да потому что качественная сборка. Конус снизу, песок не будет застревать на стенках. Конус сверху, в виде воронки, очень удобно засыпать песок. Никаких узких горловин, хорошее отверстие. Все прикрывается крышечкой, все аккуратненько. Имеется аварийный клапан. Шланг на рукав трехслойный. Трубки все из толстостенного металла. Снизу тоже все хорошо сварено, имеются косынки. Конструкция жесткая и надежная. Колеса с роликовыми подшипниками. Не маленькие, а большие. Очень удобно перекатывать. И, конечно же, не завышенный ценник. И отзывы хорошие. По техническим характеристикам, в принципе, все. Более подробную информацию вы можете получить, пройдя по ссылке в описании под видео и в закрепленном комментарии.
Ну а сейчас мы с вами засыпем в него песок, который у меня есть. Я его чуть-чуть отрегулирую, и мы его попробуем в работе. Друзья, вы видели, пескоструй со своей работой справляется просто на ура. Но песок очень пыльный, очень сильно пылит, наверное, с известью. Это покупной песок, поэтому я сейчас просею речной песок с реки Урал. И мы попробуем им, я думаю, он так пылить не будет. Так что сейчас я вне кадра просею песочек, засыплю в пескоструй, и мы им попробуем. Да, все-таки речным песком намного лучше и меньше пыли. Чистит просто супер. Аппаратом я доволен. Теперь диски автомобильные под покраску почистить без проблем. Различные ржавые автомобильные детали. Да и не только автомобильные. Ту же самую сковородку от нагара. Или счистить старую краску, ржавчину на каких-нибудь металлоконструкциях. Во всем этом поможет пескоструй Афи. Так что, ребят, проходите по ссылке в описании под видео и в закрепленном комментарии. Выбирайте и приобретайте, я советую. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока!